Тих, он идет. Он уже близко. Ты дым. Ты да да да. Та да да да. Да вот куда пошел, не в ту сторону. Всем привет. Рада видеть вас на моем канале Тилькоплей. Я Наташа. Мы сегодня играем в прятки с фруктами. Я буду притворяться фруктом. Каким, правда, не знаю. Может быть, даже овощем. В общем, обещала вам поиграть в этот режим прятки. Пока что играю одна. Но если вам понравится, то поиграю с кем-нибудь в коопе. Скорее всего, с Настей. Значит, я что? Я арбуз? Детективное яйцо просыпается. Да вы что, с ума что ли сошли? Как спрячься арбуз? Я же здоровенный, как я не знаю что. О, надо было брать что-то. А где тут лежат арбузы какие-нибудь? Слушай, меня явно спалят. А мы можем попробовать впрыгнуть в продуктовую корзину? Да. Она была, да. Слушайте, я так не смогу. Вы с ума сошли? Вообще, арбуз ни разу не подозрительный. Вообще не... Ладно, давайте я здесь лягу и все. Ну, типа, ну кто знает, ну, может быть, просто свалился арбуз. Ну, просто упал арбуз. Естественно, это было слишком тупо. Так, подождите, нам сначала нужно выбрать какой-то более-менее милый и хороший фрукт. Поэтому давайте сейчас зайдем с вами в холодильник, выберем из себя что-нибудь нормальное, там, или печеньку, или клубничку, может, помидорчик, потому что, ну, арбуз, ёпта, где я буду прятать арбуз? Значит, смотрите, мы можем стать с вами, мне кажется, хорошо будет быть клубничкой, печенькой, печенька плоская, давайте попробуем печенькой. Мне кажется, печенька вообще будет, он слишком мал, ага. Печенькой нельзя. Угу. Тогда давайте клубничкой. Клубничкой можно? Слишком маленькая. Тогда я буду апельсинчик. Можно быть апельсинчиком? Вот, все, я буду апельсинчиком. Идем с вами в магазин. Я не знала, что так много тонкостей. Я жду начала игры. Все, я теперь апельсинка. Готовая ко всему, к любой беде и не только беде. Так что держите за меня кулачки, будем с вами прятаться. Вот, видишь, какая прелесть. Давайте думать, как вообще... Так, а вообще где-то есть лоток с фруктами, например? Вообще, мне кажется, тут нереально спрятаться. Давай, мы влезем сюда. Заюш, мы влезем. Вот было... О, я влезла. Слушайте, я спряталась. Я считаю, я идеально просто спряталась. Лучше и быть не может. Ну, попробуй-ка меня найди. Все, идеальная нычка, я считаю. Супер. Я считаю, так и надо. Все, мы с вами заныкались. Давайте-ка попробуйте-ка меня найти. Ну... Спрячься, детектив. Нужно продержаться всего лишь 4 минуты. Всего лишь. Вон, смотри, там детектив яйцо. Они тоже не могут. Не, ну арбузом было очень тупо сюда приходить, конечно. Ну, как было? Как было, так... А, там еще вон наверх можно подняться. Ты кого-то нашли. Но это не я, обратите внимание. Я апельсинка. Я вообще четко, я считаю, закатилась за вот этот прилавок. Так, меня палит вот этот вот кусок брокколи или что это, спаржа, лук, кто-то там. Блин, какая у меня классная нычка. Во, вообще, я ж прям, я горжусь своей апельсинкой. А чё, наблюдатели-то придут сюда или как? О, лошара свалился. Ты чё, вчера пил, что ли? Ты... Лук, парей, я вспомнила, как тебя звать-то. Там суши ходит, смотри, какая смешная сушенка. Блин, ну классная нычка. Я уверена, что где-то есть лоток с фруктами. Если ты упадешь в лоток с фруктами, тебя никто там не найдет. Ты будешь просто импостер. Импостер среди фруктов. 2 минутки осталось потерпеть. Слушайте, ну мне что-то скучно так лежать. Я как-то немножечко устала лежать. Может быть, нас кто-нибудь найдет? О, кого-то нашли. Отлично, отлично. Но меня не найдут. Меня... Ой-ой-ой.
Не надо. О, он меня не нашел. Уходи отсюда! Уходи! Нет! Нельзя! Нет! 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 Он меня нашел! Но это нечестно! У меня такая была нычка. Кто вообще где прячется? Ля, ты погляди, как они залезли-то сюда. Блин, ну я так старалась, Так было здоровски. Ну смотри, все в основном на полках поныкались. Но у меня была классная нычка, я считаю. Вообще, меня, чтобы найти, надо было постараться еще. Ну блин, козел, повезло тебе. Еще можно вот здесь за ведро спрятаться, кстати, о птичках. Но за ведром, наверное, заметят. Вот если бы этот чел вот так вот бы по кругу не прошел, он бы меня, конечно, бы не нашел. Самая лучшая тактика – это прятаться на виду. О, ну, видимо, он хотел, чтобы его нашли. Устал. Ну, что ж поделать. Жалко, что тут нельзя в процессе выбирать, кем ты хочешь быть. Я апельсин. Апельсинка, мандаринка и яичко, и не только. Надо прятаться среди лапшички. Вот сушенка, она идеальна, она тоненькая. И она раз-раз и вот залезла куда угодно. А вот все-таки моя прекрасная апельсинка, она, конечно, прекрасная, но 5 человек нашли из 15. И я вот, представляете, я один из этих вот 5. Представляешь? Обидно, да? Но это мой первый раз, моя первая попытка. О, смотри-ка, притворился. О, тут можно булочку забрать. Слушай, там можно булочку. Я ничего не заработала, да? Спасибо. Ничего не заработала. Спасибо за юшка. Так, катимся. Надо успеть забрать булочку, пока они меняют самое. Давай, моя мандаринка прекрасная. Давай, ползи. Вот так, отлично. Так, надо сейчас как-то попытаться подняться здесь. Аккуратно. Давай. Так, чел. Давай. По тоненькой поднимаемся. Аккуратно. Нам некуда спешить. Некуда, не надо. Так. Чпончик. Давай, иди, я тебя подтолкну. Я в тебя буквально тыкаюсь. Я хочу забрать булочку. Как забрать булочку? Булочка! Я хочу булочку забрать. Как забрать булочку? Они не отдают мою булочку. О, я победила, потому что они вышли, наверное, да? Блин, а булочку-то таким фруктом-то большим не забрать. Ладно, я получила даже какие-то бабки. За деньги, да. Детективное яйцо скоро проснется. Замечательно. Слушайте, а давайте я вот сюда влезу. Слушай, ну вот это детективное яйцо, конечно, но меня так спалит. Вот, надо вот сюда залезть, смотри, вот. Все. И мы даже, смотри, мы даже слились с упаковкой. Ну, отлично. Не, ладно, я встану лучше. Я лучше встану, все. Меня здесь никто не найдет. Я считаю, это четкое место. Ну, типа, я не я, и лошадь не моя. Ну, кто меня тут вообще будет искать? Какое детективное яйцо меня тут и найдет? Никакое! А что, кстати, мы можем за вот эти штуки покупать? Как будто бы ничего, да? 9 человек здесь всего лишь на этой карте. И 2 из них яйца, получается, да? Ой, он меня не заметил. У меня, смотри, мои ножки трясутся. Страшно. Страшно, очень страшно. Если мы знаем, что это такое, то мы не знаем, что это такое. Ну, ты посмотри. Ну, профессионально же. Кого-то нашли. Но меня не найдут. Нашли сушенку. Как они посмели найти сушенку? О, нет. Они нашли сушенку. У нас точно не найдут. Хоть у нас и трясется ножка в нашей апельсинке. Но наша апельсинка та еще мандаринка, поэтому мы с вами справимся. Я предлагаю после этого уровня выбрать кого-то другого. Я бы хотела все-таки забрать ту булочку.
Мне кажется, было бы славно. Смотри, уже продержались какое-то время. Одно яйцо вон катается, а другое вот одно вот, по-моему, в мою сторону близится. Нет. Меня здесь нет. Меня не найти. У меня вон там вон дружок сидит сбоку в лапшичке или в каких-то читосах, не знаю, что это такое. Яйцо, вот там детектив. Ну, детектив меня не нашел. Детектив что-то... Опа. Слушайте, ну хорошо. Наблюдательные детективы. А, я могу за ним наблюдать. Ой. Ой, он прям рядом со мной катается. Второй здесь катается, детектив. Он меня не заметил. Они меня не заметили. Лошары! Лошары! Не заметили меня, яички. Вон кого-то, смотри-ка, нашли кого-то. Молодцы. Но это все еще не меня вы нашли. Это все еще не меня вы нашли. Же вообще здесь хрен где, знаешь, вот это вот спрячешься. Маловато здесь места, чтобы тут прятаться. Он пытался залезть как можно выше. Он думал, что кто-то прячется здесь. Да ну не, здесь никто не... А как они не заметили? Там вон пицка лежит. Вон пицка лежит, как они ее не заметили? Что какие-то херовые не детективы. Так, он приближается ко мне. Он приближается ко мне. Он меня не заметил! Он меня не заметил опять! Он опять мимо меня прошел. Он, кажись, заметил кого-то вон там вот. Только не ко мне. Ко мне не надо. Да вон, смотри, вон пицца лежит кусок. Или что это, наггетс? Что это вообще? Среди прокладок лежит. А они, наверное, не могут его достать, чтобы поймать, да? Меня нашли? В смысле? Меня нашел яйцеголовый другой. Ё-моё! Фига, это как-то, куда эта спарженка залезла? Как она сюда? Это что? Куда она залезла? Фига она тоненькая какашка. Ладно, пойдемте выберем себе другой овощ или фрукт. Потому что апельсинкой мы уже были, надо что-то другое попробовать. Сейчас посмотрим, что есть в нашем арсенале овощей. И не только. Заходим в холодильник. Значит, можно взять яблоко, пиццу. Печеньку нам не дали. Помидорка. Вот, могу быть чпончиком. А яйцо можно взять в прятки? О, я буду яйцом! Отлично! Пошлите еще раз в магазин. Я буду яйцом. Мне кажется, яичко очень классная штучка. Я готова быть яичком. Яички, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, яички. Запускайте кракена, яичко готово. Сейчас как раз и этот пончик себе... Ух, тут нихера народу тут у вас. Ля, багеты, наггетсы, картошки и прочие капитошки. Так, мы все катимся, что ли, в одном направлении? Так, пацаны, яичко забрали себе? Яичко взяли быстренько, яичко. Хопа. Так, я... Ну, что ты делаешь? Так, что за тут это, бой фруктов? Все, что ли, решили забрать этот самый, что ли? Так, только не толкать меня, не толкать. Яичко идет. Яичко важное, супер отважное, не влажное. Отлично, справились, молодцы. Можно здесь ускориться. Почапали по-быстренькому. Вообще, я считаю, мое яичко... Что-то оно с места херово прыгает. Ладно. Я спрячусь где-то вот здесь. Я же белое яичко. Они не смогут меня найти. Все, я яйцо, я спряталась. А все, видимо, пытаются забрать. Бля, там. Не получилось. А я спряталась. Я считаю, клево спряталась. Сейчас, походу, всех найдут. Так, уйди отсюда, ты! Ты кто такая? Не надо рядом со мной. Зачем рядом со мной-то? Ладно, я беспалевно сижу здесь. Меня так просто не найдут. Фига там челик прикольно спрятался. Его вообще там не достать. Он как бы вроде бы и есть, а вроде бы как его и нет.
Слушай, мне знаешь, кажется, где можно еще спрятаться? Можно спрятаться вот здесь. Все. Яичко спряталось. Попробуй, найди ты яичко еще. Ну, яичко имба сливается. Тут у меня вокруг овощная дискотека. Опа, к нам водила идет. Ну, мы все по-честному будем делать. Не будем перебегать. Так, у него не получается. Сойти не получается. Немножечко перепил. Не, я уверена, он меня не найдет. Я хорошо спряталась. Я считаю, меня никому не найти. Там упала штучка вот эта вот. Чё ты вводишь? Счет пробиваешь? Неверный пароль. О, пароль неверный. Надо верный пароль. Ты свалился. Ну, я чувствую, я тут без... Куда ты вот залез ко мне? Куда ты вот ко мне залез, мое яичко? Уйди отсюда. Чего вы все ко мне-то лезете? Я нашла эту дырку. О, они меня вытолкали. Вот говнюки. Вот говнюки. Вытолкали Наташку. Наташка здесь лежит вообще-то первее вас. Не выталкивайте Наташку. Залез он все-таки ко мне. Ты погляди. Такой, дай-ка я погрею тебе спинку. Не надо. Да что ж такое? Ты-то что, куда-то лезешь-то? Уйди отсюда, пожалуйста. Я вообще-то прячусь. Супер яичко. Войножки висят, братан. Сейчас нас найдут. Детективы яйца. И все из-за вас, то, что ты бегаешь. Привлекаешь внимание. Они не могут позвонить. О, все, он смог. Он смог, он смог. Смотри, он смог. Если он сейчас заберется, он нас всех найдет. О, а он заберется. А он заберется сейчас. Он забирается. Ладно, я не буду перебегать. Тихо, он идет. Он уже близко. Ты-дым, ты-да-да-да, да-да-да-да. Да вот куда пошел? Не в ту сторону, лох! Я думала, он нас найдет, а он не нашел. Мы победили! Юху! Яичко топ! Всем по яичку считаю. Без яйца из дома не выхожу я никогда. Ну, мы с вами получили денежку. Надо придумать новое место, для, чтобы спрятаться, чтобы было классно, чтобы было прикольно. Я останусь здесь. Вот, все. Мое яичко спряталось. Я считаю, я надежно заныкался. Все. Вряд ли кто-то будет ходить по рядам из этих пескоструев. Вот, поэтому... Я считаю, у нас отличная нычка. Уже кого-то нашли. Уже кого-то... А, кто-то к ним, видимо, в корзинку прыгнул. Не, ну меня вообще так-то не заметить. Я считаю, я идеального размера. Просто супер. Они меня не найдут. Сейчас будем за ними следить и смотреть, куда они пойдут. Наблюдательные детективы. Один сидит. Так, вот они вышли. Они идут вдвоем, они идут вдвоем. Они вот кого-то увидели, кажись, да? Вон там яйца дерутся. Я вот здесь, на секундочку. Кого-то там нашли. Я вот тут вот. Вот-вот, я здесь. Я, если что, вот там вот живу. Живу. Отлично, отлично. Меня еще не нашли. Хорошо, это все еще не я. Яичный мужчинка детективная ходит, ищет кого-то там. А, он увидел наггетс. Он хочет поймать наггетс. Ой, наггетс, поймался ты. Эх ты, наггетс, наггетс. Ну что ж, меня еще не нашли. Но вот этот вот парнишка, вот этот вот детектив, он как будто бы хорош. Вот этот меня миновал. Переключаемся на этого детектива. А я все еще вот здесь. За прокладками сижу. И тихонечко гляжу. А куда ты? Вот ты вот сюда зачем полез? Что ты там? Что ты пытаешься там найти? Мне кажется, здесь вообще никого нет. Наверху тоже никого нет. Такой, дай-ка проверю-ка. Опа. Опа. Ну нет. Ну нет. Ну нет. Говнюк.
Ёк! Он меня нашел! Ну ты говнюшонок! Ну ты говнюшонок какой, ай! Нашел он меня, говняк! Слушай, они слишком хорошо играют. Ладно. Я хочу попробовать еще. А меня дисконнекнуло. Вот так вот. Пошла нахер. Это что? Это я? Это что? Что за овощ такой был? Здоровенный. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Где бы нам спрятаться с вами? Здесь меня в прокладках нашли, к сожалению. Так, наггетс, наггетс. Давай как-то дружить. Наггетс. Что, надо куда-то вот в жопеня залезть? Я застряла! Я застряла! Я застряла! Слушайте, походу мне надо оставаться только здесь. Ладно, давайте жить здесь. Все, ладно. Мы останемся с вами тут зажатые между стеной и прокладками. Увы, увы, нам с вами не выйти. Что ж, посмотрим, найдут нас в этот раз или нет. Но этот режим мне понравился, в этом что-то есть. Правда, хотелось бы чуточку подинамичнее его, но что есть, то есть. Значит, давайте, два наблюдателя. Два наблюдателя, один пошел туда. Нам интересен вот этот вот, он уже кого-то поймал, прикинь. Резвый парень, а он там, вот смотри, пельмень ходит. Пельмешек, опачки. Так, братан, 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 аккуратно. Значит, я вот здесь наверху, вон она я. Наггетс, скотина, ты меня палишь. Наггетс, скотина, ты палишь всех, кто тут лежит сейчас. Никиточку поймали. Пельмешка поймали, о нет. Все, смотри, нас спалил наггетс. Наггетс нас спалил. Ну дай боже, он сейчас обратит внимание на них и меня не заметит. О, ребят, все сложно. Сначала ему надо научиться залазить. Наблюдаем, блюдим. Блюдим, блюдим. Ну что за прогрузка у тебя, братан? Что такое? Подымайся. Главное, иди в сторону наггетсов. О, мой хороший. Что-то у него какие-то проблемки, вам не кажется? У него, наверное, была какая-то тактика с самого начала, и он ее придерживался. Но что-то пошло не так. А что ты делаешь? Зачем ты прыгаешь? Так, ну такими темпами меня, дай боже, не найдут. Но как бы он близко, а я как бы вот здесь, но он не может подняться. Спасибо. Поэтому, ой, там он другой прилетел, брат. Братан, ты просто проходишь и все. Что ты не можешь? Вот по этой и прямо зашел и все. Че прыгать-то? Да. Этому детективу больше не наливать. Этот детектив уже как бы все. Его полномочия как бы кончены. Ну, давайте следить за этим мистером Яйцом. Думаю, сегодня мы с вами справились с задачей. Вот, вон она, моя ножка торчит, видел? Такая кокетливая. Она немножечко кокетничает. Такая типа, ю-ху, здравствуйте. А я вот здесь вот, за вот этими вот штуками. Там вон еще кто-то бегает на вот этой полке на моей, на второй. Нас тут вон-вон-вон там какой-то кусочек чей-то показался. Во-во-во. Кого-то нашли, прикинь. Вот это да. Не, ну тут никого нет, вы же тут лазили. Вы бы как бы, как-то бы это самое, сдоговорились. Вот ходит он со своей лупкой, а толк-то, что у него есть лупка. Конечно, никакого толка, что у него есть лупка. Он просто мистер Залупка с этой лупкой. Опа, 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 опача. Так, 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 я надеюсь, что он заметил не меня, потому что я идеально сныкана. У него жопа не проходит. У него жопа не прошла. А чё, он все передумал? Как-то грустненько, грустненько. Булочку я так и не забрала. Что ж поделать. Хорошо спряталась, я считаю, в этот раз. Слушайте, мне понравилась игра. В этом что-то есть. Единственное, непонятно, куда тратить вот эти вот очки.
которые мы с вами получаем. А, награды, вот. За 200 мы что-то получим. Так это ж сколько надо играть, чтобы получить? У меня только 22. 31. О, это надо долго играть. Ну, в общем, игра мне понравилась. Пишите, как вам. Если хотите, чтобы я в нее поиграла еще, то тоже об этом пишите обязательно в комментарии. И я, может быть, поиграю с кем-нибудь в компании. Так что увидимся, ребяточки. Всем пока!